Так, 23 мая 2021 год, Харьков. Велодень в Харькове. Это дубль уже третий у меня. За один раз снять всех не получилось. Уже извиняйте. При желании можно полезть на канале раньше дубля посмотреть. Предыдущие. Это просто прекрасно. Один год прозевали из-за коронавируса. Ну, теперь будем наверстывать упущенное. Это всегда красота. С погодой повезло. Национальная символика. Скоро будет день флага. Так, 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 так. Что такое, сынок? Я видео заплатил. Ты по поводу мелодии? Да. Да, может такое быть. Ну ничего страшного. Мы же это делаем для удовольствия. У меня это видео так точно останется. Сынуля, тут 5 метров высоты. Ты грохнуться не боишься? Я всегда. Ага. Аргумент. Так, ну что, рано, наверное, к колонии присоединяться. Сын, а где твой велик? Да. Все, вопросов нет. Викинги. Викинги, Сакыра. Демократический топор, ребята пишут. А что такое? И этот файл уже огромный получается. Ну... Ладушки, зачем спины снимать? Ну просто для количества. Показать, сколько людей.
Сынок, если ты со мной, я тебя не слышу. Ну что, вот такой 14-й, по-моему, велодень в Харькове за пропуском прошлогоднего. Ну и пусть вот эта прелесть будет последним кадром. 23 мая 2021 год. 23 мая 2021 год. Харьков. 11.08 по Киеву, Харькову.